Анна Седокова опять намекает на новые отношения. После фотографии с огромным букетом роз звезда опубликовала откровенный пост, в котором пожаловалась на нехватку клубники и крепких объятий. Гадать, кто же загадочный незнакомец, теперь проще. На днях в прямом эфире программы «Стол заказов» певица рассказала, какое сильное впечатление произвел на нее герой нового клипа. Когда Данил приходит на съемочную площадку и начинает меня грубо брать, я сейчас не побоюсь этого слова. Я впервые за всю свою биографию, впервые за все вообще свое, я затушевалась, и мне стало неловко. При этом о серьезных отношениях говорить пока нельзя, ведь личную жизнь красавчика из видео Аня до сих пор держит в секрете. Он холост? Я... Да, не, подождите, секундочку. С этого момента остановим эту съемку.